На большой перемене все старосты академических групп институтов и высших школ Южноуральского государственного университета посетили традиционное мероприятие «Старостат». На повестке – выплаты социальной и материальной помощи, набор в команду медиацентра, деятельность студлагеря «Олимп» и многое другое. Для максимальной эффективности в рамках ограниченного количества времени перед мероприятием всем старостам выдали перечень тем и вопросов, стоящих на повестке собрания. Нам просто нужно, чтобы максимально широкий круг людей, являющийся лидером своей учебной группы, я имею в виду старост, узнали то, что сейчас на повестке развития университета, если мы говорим про молодежную политику и про вопросы студенческого сообщества, и донесли эту информацию до своих одногруппников, друзей, ну, через все возможные каналы и ресурсы. Организаторами и спикерами мероприятия выступили Объединенный совет обучающихся совместно с Управлением по внеучебной деятельности и правкомом ЮРГУ. Упор старостата был сделан на обсуждение одной из важнейших задач студенческого старосты – оперативного транслирования актуальной информации академической группе. Полезны довольно-таки мероприятия, хоть и полчаса не так много, такие мероприятия помогают старостам лучше понять, как донести для студентов своей группы полезную информацию, как для них лучше донести, что им лучше рассказать. С целью получения обратной связи после обсуждения каждого блока информационной повестки организаторы провели опросы среди старост академических групп ЮРГУ.